Вредные привычки дорожают. Налоговый кодекс Украины повысил акциз на табак. На что направлена эта мера? На сокращение количества курящих или дефицита бюджета 2010, выясняли наши корреспонденты. 1 января в Украине вступили в силу изменения к законодательству относительно ограничения потребления и продажи табачных изделий. Бороться с курением продолжают с помощью повышения акцизов. Теперь сборы на сигареты выросли на 6,9%. Вследствие последнего повышения ставок акцизного налога цены на сигареты увеличатся в среднем на 50 копеек за пачку. При том, что с 2008 года цены уже выросли почти втрое. Показательно, что депутаты, поддержавшие законопроект, не уверены до конца в эффективности предложенных мер для борьбы с курением. Мы 20 лет смотрим на динамику повышения стоимости. Чем больше акциз, тем больше контрабанды. То есть главная идея – это направлять деньги для пропаганды здорового образа жизни в школе. А вот по данным Минздрава, за последние 5 лет курильщиков таки поубавилось. В период с 2005 по 2010 годы распространенность курения в Украине среди населения старше 15 лет уменьшилась с 41% до 29%. Но даже несмотря на такой прогресс, Украина все еще занимает лидирующие позиции в Европе по количеству курящего населения. Изменит ли ситуацию повышение цен на сигареты? Часть людей, наверное, задумается, а часть будет продолжать это все делать. К сожалению, я думаю, что в данном случае, ну, прежде всего, надо убрать все точки. Вот сегодня универмаг Украина, опять-таки я иду на маршрутку, каждое утро сидит, я думаю, что она торгует не акцизными там сигаретами, она сидит под зонтиком в центре города и торгует сигаретами. В Запорожье продолжают продавать сигареты поштучно. А ведь согласно законодательству, с 1 января 2011 года продажа табачных изделий в упаковках с количеством менее 20 сигарет в пачке запрещена. Законы надо не только издавать, но и контролировать их выполнение. Причем контролировать надо не только со стороны государства, а со стороны общественности. И с этим злом надо бороться нам всем вместе. По данным Минздрава, в Украине от курения ежегодно умирает 100 000 украинцев.